Дайте дорогу. Приближается оператор. Дайте дорогу. Thank you.
Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером.
Thank you.
Запрос нового оператора. Инженер Танстар Клаб. Изучай. Вашу костюме течь. Я уже заплатку. Работа выполнена. Программу остановки реактора. Энергосистема подстанции отключена. Фотоэлектрические кольца отключены. Жизнеобеспечение отключено. Магнитосфера отключена. Отключена. Остановка главного реактора через 3, 2, 1.
1. Реактор остановлен. Главный реактор будет запущен через 3. 2. 1. Гравитация включена. Жизнеобеспечение включено. Магнитосфера. Внимание! Запуск реактора прерван. Включаю запасной генератор. Поттери! Этот кретин должен был проверить диверторы неделю назад. Ладно. Морган, придется вам самой чинить. Или найти замену, если повезет. Запуск реактора прерван. Погрузила запасные диверторы для реактора в лифт. Попросила Коннелли отправить их вниз по возможности. Нет, радиационное заражение. Обратитесь к врачу. Thank you.
запуск реактора. Литосфера включена. Система подстанции включена. Запуск реактора завершен. Системы в норме. Сработало. Подаю питание на лифты и шлюзы, но... Вижу много всплесков энергии и утечку в камере охлаждения. Осторожнее на обратном пути. Могут быть и другие неполадки. Так, ясно. Все обнулилось. Теперь Талос открыт. Умно. Рискованно, но умно. Хорошо, что кое в чем ты не меняешься. Я больше не буду тебе мешать. У тебя есть право узнать правду. Всю правду. Зайди в мой кабинет. Морган, это вы? Что бы вы там ни сделали, я это почувствовала. Если вы решили отомстить, энергоснабжение восстановлено. Ага, значит и лифт тоже. Надеюсь. Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Здравствуйте. Рад снова видеть вас, доктор Ю. Диагностируем легкие ранения. С этим справиться портативно недолго. Готово. Не забудьте. Заполните анкету для пациентов. Ваш... Мнение очень важно для нас. Системное оповещение.
Необходим ремонт. Свяжитесь с квалифицированным инженером. Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и... Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих... Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону. Внимание! И не обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым огнем до устранения неисправности. Внимание! Обнаружена опасная концентрация горючих газов. Покиньте опасную зону и не пользуйтесь открытым. Пониженная гравитация.
опасное состояние атмосферы. Вы вернулись снаружи? Починили лифты? Спасибо. Я смогу спокойно передвигаться. А вы? Нет. До вашего кабинета. Игве? Что вы здесь делаете? Как вы выжили? Директор Ильюшина. Ну, я... Доктор Игве. О, боже. Что это? Это вы, Морган? Да нет. Это январь. Попытка Моргана обзавестись совестью. Как обычно, получилось лишь доказательство ее раздутого эго. Мне есть что вам ответить, доктор Ильюшина. Но у нас мало времени. А доктор Игве и без того встревожен и дезориентирован. Хорошо, действуйте. Игве, стойте на страже и не подходите к фабрикатору. Да, шеф Ильюшина. И январь. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Thank you.
Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте. Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Внимание! Критический уровень кислорода. Воспользуйтесь дыхательным аппаратом.
Внимание! Неполадки в системе подачи воздуха. Покиньте опасную зону до окончания ремонтных работ. Пониженная гравитация.